Я желаю, чтобы у вас дома с женами всегда было это взаимопонимание. Ну, про свою жену я не говорю, не хочу портить праздничного настроения. Я как ответственный работник, как лицо официальное и человек конкретный, со всей ответственностью хочу вас ответственно и официально поздравить, и тем более конкретно. С праздником вас! Вот так вот! А от себя лично я хочу добавить. Улыбайтесь чаще. Не забывайте, что улыбка украшает не только наше лицо, но и всю нашу жизнь. С праздником вас!